Всем привет! Мы решили сегодня покататься на великах по Царицынскому парку. Выехали из дома, ну что там, короче, встрелили в какую-то ерундень. Сейчас переверну камеру. Попали в какой-то лес с такой-то тропинкой, и она прямо мостик. Раздолбанный весь мостик, там на велосипеде опасно ехать, надо пешком пройтись. Вот они, наши виндресы. Сколько мы уже 3 года не ездили, не катались на великах? Я уже завалилась немножко во враг. Пришлось нам через такую хренотень прилазить на велосипедах. Труба какая-то, блин. Сейчас пойдем. Надо главное выйти в Царицынский парк, а то мы заблудились в каких-то в 3 соснах. Тут до Царицынского парка недалеко. Ну что-то, да. Вот какой-то ручей непонятный. Какая-то река-вонючка. Вот он протекает. Главное, что телефон не выронить, блин. Не, конечно, в лесу прикольно. Но, блин, мне этот мостик смущает. Пипец. По нему тут даже сколько тут мы стоим, ни одного человека нет. Не, вон кто-то идет. Какой-то парень вдалеке. В общем, мы вышли из этой жопы. Там такая тропинка была, это пипец. Я не знаю, мы там 2 раза чуть не свалились во враг. Там нашли одного бегуна, спросили, как выйти в царике. Он говорит, это дорога для избранных. Для избранных. Я еще не понял, зачем он так сказал. Потом доперло. Там вообще, там даже пешком не пройти. Ну, кое-как на великах выехали. Вот, лес прикольный такой. Вот он, парк Царицынский. Сейчас мы вниз спустимся туда. И будем кататься там. В общем, нас не пускают в Царицынский парк, потому что там какое-то ограничение, нельзя велосипедистом кататься. Какой-то идиотизм. Всегда можно было на великах кататься, в этом году нельзя. Только пешочком гулять. Сказали, можно пойти на другую сторону пруда. Там покататься. Сейчас сюда поедем, посмотрим, что там вообще есть. Мы там ни разу не были. В общем, мы приехали в Нижний Царицынский пруд. Это вот она, Царицыном там. А мы здесь, чуть ниже. Тут можно на велосипеде кататься. Здесь мы ни разу еще не были. Сейчас поедем по тропинке, посмотрим, что там дальше. В общем, приехали мы в Царицынские пруды на Нижние. Здесь когда-то я ловил рыбу. Лет, наверное, 6 назад, да? 6 назад ловили здесь рыбу? 6 лет назад, да, рыбу здесь ловили? Ой, я даже не помню. Где-то 6 лет назад. Даже, да. Да, это мы, короче, сидели вон там, на том берегу. Там мы-то карася поймали здоровенного. Где-то на 200 кило, наверное, вытянули. А так прикольно здесь прудик, здесь уже 100 лет не были. В основном только на машинах проезжали. Вон там, тут тоже рыбачок рыбу ловит. Но она блеснула. Здесь, получается, она от Удова. Там очень много озер. Там сеть из озер. И они все вот так впадают сюда. И уже отсюда они все вытекают. И дальше еще там одно озеро. Раньше еще при Иване Грозном здесь все было в озерах. Туда для царей рыбу ловили. Я в интернете читал. А потом все переделали. И сделали здесь парк. Ну, глубина здесь так нормальная, и рыба, в принципе, здесь тоже есть. Ну, какой-то год ее потравили здесь, его мало было. А сейчас нормально вроде. Проехал, рыбаков на нашей сидит. Вон над озером. Что скажешь? Жарко. Прям все блестит. Погнали дальше? А, да, надо найти магазин. Что-нибудь купить, попить. Я уже вообще, я уже с ума, или мороженого купить. Здесь не магазинов, это ничего. По дороге туда вверх подниматься, где многоэтажки. Ого, там да. Будут многоэтажки, метро Аехова, по-моему, как раз там нужно будет. Ну ладно. Вот наши дрынчики. К
как раз получается так, что мы проезжаем автовокзал Орехово. Вот он. В 2013 году мы сюда приехали покорять Москву. Это был 13 февраля. 12 февраля 2013 года. 12 год, 14 февраля мы сели в автобус, 14 февраля, и 15 февраля мы сюда приехали. Да, и вот с того момента мы здесь тусуемся. Да, так что вот сюда вот он приходит автобус, и вечером отсюда вот также уезжает в Пятигорск. Там это... Не, на Пятигорск, но Кисловодск-Москва. Да, Кисловодск-Москва. Так что вот сюда вот все приезжают наши земки, земляки. На вот этот вокзальчик. А потом уже идут все на метро. Вот сюда вот мы приехали в Лад на машине, там погрузили вещи, тут стояночка. И поехали в квартиру. В этот... Где там? В Шерсти, да. А где мы жили? В каком районе-то? Алматинская метро. Метро Алматинская, да. Братеево, Братеевский район. Братеево, да. В самой жопе. Это вообще там, если смотреть, это самый криминальный район, это самая вообще задница. Ну ладно тебе. Чертаново тоже криминальный район. Если уж на то пошло. Да. Ну, сейчас пойдем мороженое купим с водой, то мы уже просто выдохлись, вымотались. Вы намотали сколько? 144 удара, это уже дофига у меня километр. Но это мы включил на середине пути. Так что где-то мы уже намотали 3 километра. Нифига себе мало, у меня чуть мотор уже там уже стучит, я не знаю. С непривычкой. Да. Ладно, поехали дальше. Сейчас мы остановились, уже едем домой. Вот такой вот решили заснять офигенный закат. Вон прям как садится солнце. Вообще офигенно. Катька поехала. Просто бомба. Очень красиво. Жалко, конечно, камера не передает этого, ну, красоты всей. Ну, вид, конечно, вообще шикардовский. Вот он. Парк Царицы нас сюда не пустили. Те, сюда не пускают кататься. Ну, будем. Зато так покатались. Соскучился? Мы же недолго. Как дела? Рассказывай. Отходи в сторонку. Господи, какой ты горячий. Ты спал, наверное, в своей подушке. Кефир. Как дела? Жопа ты кошачья.